Всем привет, меня зовут Галинер Денис. Если кто не в курсе, я софтвер-инженер в компании Softsurf. И сегодня я хочу с вами поговорить на тему интерфейсов и о том, как работает абстракция в нашем языке Golang. Для начала хотел бы обсудить некоторый план, что такое абстракция, как она реализована в нашем языке, и обсудим существующие в нашем языке паттерны использования интерфейсов. Абстракция – это переход от частного к общему путем отбрасывания незначительных для глобальной картины деталей. В случае с ООП аналогичное определение. Задача – это отстраниться от конкретной реализации и проектировать архитектуру на уровне взаимодействия элементов. Думаю, что многие догадываются, для чего она нужна. Для написания адаптивных алгоритмов, чтобы подстраивать реализацию под конкретные задачи динамически. Реализация полиморфизма, сокрытие деталей реализации, неважно, с чем мы именно имеем дело, важно, что оно умеет себя определенным образом вести. Также позволяет перехватывать управление. Что же такое интерфейс в Go? Он является фундаментальным типом в языке, а также основным инструментом для реализации абстракции в Go. Это контракт, по которому будут работать конкретные реализации, а также гарант того, что если структура удовлетворила интерфейс, то она точно обладает необходимым функционалом для реализации логики. В случае, если мы принимаем, к примеру, как параметр функции интерфейс или работаем с интерфейсным типом, то мы ограничиваем набор возможного используемого функционала до минимума, который определен интерфейсом, таким образом ограничивая возможность использования лишнего функционала. Go – это язык со статической типизацией, как вы все знаете. И интерфейсный тип, он выбивается из общего подхода и позволяет внести динамику в поведение программ. В зависимости от бэкграунда, начинающие разработчики в Go либо недоиспользуют интерфейсы, либо переиспользуют их. И для того, чтобы найти золотую середину, разберемся, как они работают и какие задачи они решают. Будем рассматривать все статические типы как некое множество, пространство. И интерфейс позволяет группировать структуры в подмножество по их принципу наличия функциональностей. К примеру, eReader группирует в себе те структуры, которые умеют читать, а eWriter те, которые умеют писать. И множество, как мы видим, могут пересекаться. Одна структура может удовлетворять произвольному числу интерфейсов одновременно. А интерфейс – это как возможность динамического выбора типа одного из элементов этого множества. В отличие от конкретных типов, интерфейсные типы описывают поведение, а не организацию памяти и данных. То есть, если мы хотим определить данные, то мы определяем структуру. Если мы хотим определить поведение, мы определяем интерфейс. Также, если мы можем выбирать динамический тип, то мы можем менять динамически реализацию вызываемого метода. Следовательно, можем в ходе работы программы выбирать, как именно должен обрабатывать данные наш код. В Go принят подход утиной типизации по отношению к интерфейсам. Он гласит, что если это выглядит как утка и крякает как утка, вероятнее всего это и есть утка. Взглянем на внутреннее устройство интерфейсов. Вот структура, которая на самом деле стоит за интерфейсными типами. У нее есть две ссылки. И будем рассматривать на таком себе примере. У нас есть интерфейс speaker, который умеет вызывать метод sayHello. Также мы его имплементируем типом нашей структуры human. А пока что он ничего не делает, наша главная функция. Теперь мы инициализируем human. У нас выделяется под нее память. После того, как мы инициализируем спикер, у нас инициализируется память под интерфейсный тип с дефолтными значениями для ссылок, в данном случае это nil. Мы присваиваем наш конкретный тип интерфейсному, и в результате у нас в дату попадает ссылка на нашу структуру human, а в itap, который мы рассмотрим далее, попадает соотношение между методами интерфейсов и структуры. По сути, интерфейс состоит из нескольких составляющих. Это статическая его составляющая, то есть то, что мы знаем на этапе компиляции, это тип speaker. Динамический тип – это тип того значения, которое мы присвоим во время работы программы,
нашему интерфейсному типу. В данном случае это human. И есть динамическое значение. То значение, которым обладает непосредственно тип, который мы присвоили интерфейсному типу. Теперь мы заменили здесь, в нашем примере, greeting вместо строки на ссылку на строку. Это будет для более явного примера использовано. Как вы думаете, какой текст будет выведен в результате работы данного кода? Ну то так, есть желающие попробовать ответить? Да, нет? Ладно, тогда я, пожалуй, помогу и скажу, что будет выведено просто значение new. Мы не зайдем в данный if, а почему, будем разбираться далее. В данном примере мы не присваивали значение переменной s. И теперь она имеет в data nil значение для указателя. Теперь мы попадем в if. Отсюда следует вывод, что интерфейс равен nil только тогда, когда его обе динамические составляющие равны nil, то есть когда он ссылается на пустую ячейку памяти. Поправим наш код для того, чтобы проверять корректно данные внутри интерфейсного значения. Для этого мы, допустим, в нашем случае создадим метод из nil, и будем в нем проверять само значение переменной. Теперь у нас есть две проверки. Первая проверит, не ссылаемся ли мы на пустоту, чтобы не поймать панику при вызове методов. А второй проверит, не пусто ли содержимое переменной data. Теперь все должно работать как надо, и мы будем обрабатывать данные корректно. Возвращаясь к тому, что такое iTable, он играет важную роль в реализации интерфейсов. Это соответствие между методами конкретной структуры и методами интерфейса. Он является уникальным для каждой пары конкретного типа и интерфейса, и поскольку считать декартово произведение всех типов на интерфейсы – это крайне трудозатратно и проблематичная задача, это не происходит на этапе компиляции. Зато на этом этапе собирается метаинформация по всем статическим типам, в том числе информация по всем методам, которые у них существуют, и аналогичным образом собирается метаинформация для всех интерфейсов. А вот во время работы программы уже мы создаем iTable для каждой новой пары статического типа и интерфейса, в которой у нас идет это соответствие. Предлагаю рассмотреть вот этот вот реально работающий пример кода. Здесь есть локальная переменная v, которой мы присваиваем значение 40. Однако функция f копирует ссылку на нее в глобальную переменную. VP. И теперь значение локальной переменной может быть изменено из внешнего скоупа. Память для локального использования функции выделяется на стеке, а для глобальных переменных – на хипе. В данном примере компилятор выделит память переменной на хипе для переменной V, которая на самом деле, казалось бы, может быть выделена на стеке, но нет, поскольку это работает с escape analysis. Так вот, к чему это был пример? В случае, когда мы работаем с интерфейсными типами, мы не знаем, какая будет реализация и будет ли у нас там использоваться во внешнем мире ссылки на наши переменные. Поэтому всегда память при работе с интерфейсными типами выделяется на хипе. Также у нас в этом случае есть некий дополнительный overhead при работе с iTable. Его надо построить, их надо хранить где-то, это тоже память. Но должно же быть полное множество для всех интерфейсов, о которых мы говорили ранее. То, что будет удовлетворять любой тип. Для этого был создан в Go интерфейс пустой. Он не имеет ни одного метода. И абсолютно все методы, абсолютно все типы удовлетворяют пустому интерфейсу. Он не имеет iTable и на чем экономится время и память. Однако это происходит ценой полной потери всякой информации о том, какой у нас был тип изначально. То есть интерфейс пустой, нам ни о чем не говорит. И отсюда следует вывод, что его стоит использовать крайне аккуратно и только в том случае, если вы абсолютно уверены, что вы готовы потерять полностью информацию о том, что, с чем вы изначально работали. В Go одно из основных отличий от других языков – это то, что интерфейсы имплементируются неявно. Нам не нужно писать implements, и для того, чтобы удовлетворить интерфейс из уже существующего кода, его не надо менять, что упрощает задачу. Достаточно реализовать набор методов с определенной сигнатурой. Хорошей практикой
является, когда интерфейс создается его пользователем, а не создателем. Это справедливо в основном для интерфейсов, используемых вне наших пакетов. В Go это не составляет особых усилий, а зато мы не будем писать бесполезный код, который, возможно, никому никогда не пригодится. Легче рассчитывать на то, что если человеку потребуется, он реализует сам интерфейс и таким образом переиспользует наш код. Интерфейсы можно объединять. А для начала я предлагаю рассмотреть самые популярные интерфейсы в Go. Это Reader и Writer. У них есть всего по одному методу, соответственно, Read и Write. И их мы можем объединять в другой интерфейс. В итоге у нас получается, что если мы создаем структуру, реализующую оба этих метода, то мы сразу одновременно имплементируем все три интерфейса. Получается, что интерфейса у нас три: Reader, Writer, ReadWriter. А метода всего два: Read и Write. И реализовав эти два метода, как я уже говорил, мы, получается, реализуем сразу три интерфейса. У нас очень хорошая в этом случае получается абстракция. Откуда следует правило, что чем больше интерфейс, тем слабее абстракция, поскольку если мы создаем интерфейс, у которого 20 методов, то лишь те структуры, которые реализуют все 20 методов, смогут ему удовлетворить. Рассмотрим данный пример. Тут мы реализовали интерфейс Reader, и мы возвращаем отрицательное значение количества считанных байт и ошибку. И все на первый взгляд хорошо. Компилятор его соберет, и никаких претензий у него к нему не будет. Но есть документация к интерфейсу Reader, и в ней есть довольно четкое правило, что число n должно быть от 0 до длины np, то есть оно должно быть не отрицательным. Таким образом, получается, что с точки зрения компилятора мы все сделали верно. Однако с точки зрения дальнейшей поддержки нашего кода мы написали неочевидное решение. Поэтому надо читать документацию к интерфейсам, которые мы реализуем, чтобы в дальнейшем не было несостыковок, почему наш код ведет себя неочевидным образом. Но как узнать, какие интерфейсы мы удовлетворяем, если у нас нету явного слова implements? Здесь на помощь приходит тулза Guru, которая позволяет узнать, какие структуры в GoPass удовлетворяют определенный интерфейс. Также можно это сделать с помощью GoDoc. Есть специальный режим Pointer Analysis, который позволяет сделать то же самое. Есть вот такой вот замечательный сайт, где есть список полный всех интерфейсов стандартной библиотеки с разбиением на версии, с ссылками на код, то есть очень подробно все хорошо написано и можно очень эффективно использовать данный ресурс. Robustness Principle – это, по сути, принцип надежности. Он был создан для TCP и означает, что будь конкретен в том, что отправляешь, будь мягок с тем, что принимаешь, и попробуй это обработать, даже если ты не уверен, что это то, что тебе нужно. Go этот принцип также применяется, и это реализуется через следующий смысл: возвращай конкретные типы, а принимай интерфейсы. Однако это правило справедливо не всегда. Дело в том, что если мы, к примеру, хотим спрятать полностью имплементацию, лучше возвращать интерфейсы. Это поможет нам сделать более гибкой программу на стыке наших блоков логических. Нам не будет важно, с каким конкретным типом мы работаем. Нам будет опять-таки важно, что оно умеет вести себя определенным образом. Рассмотрим перехват управления на примере пакета NetHttp. Это небольшой кусочек кода из него же, где мы видим, какой у нас есть интерфейс, и есть тип клиент, который имеет поле с типом данного интерфейса. Мы можем написать собственную структуру, которая будет в себе содержать, собственно, интерфейс. При этом у нас есть свойства интерфейсного типа, которые мы вот реализовали. Теперь мы можем обернуть основной вызов внутрь нашего самодельной структуры. И в результате выполнятся оба они. Сначала наш, потом он передаст управление изначальному. То есть мы вклинились между несколькими логическими блоками, не меняя при этом существующий код, а написав только лишь свой. Если мы можем сделать это один раз, то, собственно, мы можем сделать это неограниченное число раз. Поэтому вот, к примеру, мы сделали chain из интерфейсов, реализующих EURreader.
Все методы, которые мы видим, они его реализуют и обращают друг друга. В результате у нас выполнятся все последовательно функции, и работать мы будем с одной и той же переменной типа IO-Reader. Есть в языке возможность приведения от одного типа к другому. У нас есть несколько подходов к реализации этого функционала. Например, здесь мы видим, что мы можем принять второй параметр в виде OK значения, это булевое значение, которое нам скажет, успешно или неуспешно мы можем привести к определенному типу. В случае, если мы его не проверяем, то у нас в противном случае будет паника. Поэтому желательно его как минимум получать при попытке конвертации типа. Также есть возможность использовать для этих целей структуру select кейсов. Здесь мы пытаемся привести к int 64, и в случае, если это будет успешно, то мы будем обрабатывать как число. Если это строка, то мы войдем и будем обрабатывать как строку. Если ни один тип из наших кейсов не подошел, то мы просто скажем, что тип не распознан. Следует избегать приведения абстрактного типа к конкретному в общем случае, так как при этом мы теряем гибкость, мы уходим от абстракции к конкретным реализациям. И для того, чтобы соблюсти это правило, у нас есть возможность приведения интерфейсов к интерфейсам. В данном случае мы проверяем на удовлетворение интерфейсу, то есть по сути проверяем, является ли динамический тип проверяемым интерфейсом. Проверка на удовлетворение интерфейсу также может быть использована, например, для написания собственных ошибок. Предположим, во-первых, все ошибки это интерфейсы, которые реализуют метод error. Но мы можем также у своей ошибки реализовать метод дополнительный temporary, к примеру, который просто будет возвращать boolean true всегда. И здесь у нас есть возможность проверить нашу ошибку на соответствие конкретному интерфейсу. То есть проверяем, есть ли у него в принципе метод temporary. И если есть, то мы знаем, что это наша кастомная ошибка, мы можем повести себя соответственно. Если же нет, то в этом случае мы обрабатываем как обычную самую ошибку. В завершение я хотел бы подытожить, что мы сегодня узнали об интерфейсах. Интерфейсы дают нам возможность генерить динамические алгоритмы, они прячут имплементацию и позволяют нам перехватывать управление во время работы программы. Также мы узнали о том, как мы можем приводить одни интерфейсы типы к другим интерфейсным типам, как можно классифицировать ошибки, используя интерфейсы, и узнали о том, что подход к использованию интерфейсов Go позволяет нам легче работать с уже существующим кодом. Я предлагаю вам ознакомиться с полезными ссылками в презентации, которые могут вам помочь в дальнейшем при использовании интерфейсов. Я благодарю всех за внимание. Прошу вопросы, если у кого-то есть. Есть кто живой? Меня слышно? Привіт, Денис. В мене є питання по реалізації dependency injection за допомогою інтерфейсів у Голангу. Dependency injection. Может, какой-то конкретный вопрос тебя, конкретный случай интересует или... Якийсь загальний приклад. Ну, просто общий пример без кода будет довольно проблематично сейчас обсудить. Наверное, лучше будет отдельно это обсудить, потому что, ну, к сожалению, у меня сейчас нету здесь редактора кода. Я не смогу Давай сейчас. такий загальний приклад, ну, dependency на базу даних. Тобто якусь просту, типу Redis, там два методи set і get. Тобто ти щось береш по ключу і ну, все те, що витягнеш. Денис, ти з нами ще? Да, меня слышно? Тепер так. Алло. Алло. Так, тебе чутно. Алло.
Ми тебе чуємо. О, я вас теж слышу. Чудово. Так, ви говорили про метод set and get? Ну, так, да, я запропонував просто трошки обмежити задачу, там не розглядати загалом dependency, а розглянути dependency на кеш бази даних з двома методами. Ну, собственно, в нашем случае вы имеете в виду, как можно использовать интерфейс для того, чтобы абстрагироваться от того, что именно мы вытаскиваем. Я правильно понимаю вопрос? Не зовсім, дивись. Питання було, як імплементувати dependency injection. От в тебе dependency є на instance або connection до бази даних. Да, и ты хочешь запускать юнит-тесты без интеграции с базой. А, ну, собственно, в нашем случае достаточно просто. Если у нас есть, например, существующий же код, в котором реализованы какие-то конкретные методы, и у нас нет интерфейса, мы в нашем пользовательском коде, который мы пишем, мы должны создать интерфейс, который будет соответствовать уже существующим реализациям в пакете, например, не помню, ну, неважно о каком, вот, к примеру, Redis, да, get, вот как мы реализуем такой же интерфейс, а далее пишем свою реализацию, структуру, которая будет действовать по такому же контракту. И в нашем коде мы используем не конкретно тип, который, например, определяется в пакете подключаемом, а наш уже интерфейс. И получается так, что этот интерфейс, он автоматически удовлетворен и уже существующим пакетом, который мы подключаем, и нашим кодом, который мы у себя mock написали. Вот. То есть идея в том, что мы создаем у себя интерфейс, которому будет уже изначально удовлетворять пакет, который мы подключаем. Я правильно понял вопрос? Ну, с моей точки зрения, так. Алена, я задавал питання. Нет, дякую, дякую. Да, пожалуйста. А, может быть, еще какой-то вопрос есть? Да, думаю, вопросов нет. Я благодарю вас за внимание. Дякую, Денис, за цікаву інформацію. Ну, насправді, там багато тем, які можна розглядати ще глибше далі. Там, щоб вам просто мозок не зривати, ми трошки обмежились цим скопом.